Очередь в поликлиниках – одна из проблем Забайкальского края. Чтобы попасть на прием к врачу, нужно выстоять несколько часов перед окном регистратуры. Так и в детской городской клинической поликлинике номер 3 в Чите. Здесь нескончаемая очередь – уже обычное явление. Очередь большая. Открыли дополнительное окно для записи, но очередь теперь в два окна. Нужно что-то делать, я не знаю, либо расширять регистратуру, либо больше электронных аппаратов ставить, по которым записываться. Ну и тут очередь, конечно, да. А бывало так, что стояли долго в очереди? Бывало, и подолгу стояли. Везет лишь некоторым тем, кто чудесным образом смог оставить заявку на прием в интернете или же дозвониться по телефону, что случается крайне редко. По словам горожан, трубки в регистратурах вообще не поднимают. Проблему длинных и многочасовых очередей на этой неделе обсуждали городские депутаты. Выступая перед ними, министр здравоохранения края заявил, что решить насущный вопрос не в силах, и привел стрелки на Министерство территориального развития. Все заявки у Министерства территориального развития, в том числе и строительство детской поликлиники вот в районе текстильщиков на 500 посещений, это и взрослые поликлиники на КСК и в Северном на 1000 посещений. Эти все заявки есть. И в той самой программе до 2020 года планируется, вот начиная с 2015 года, строительство этих объектов. Пока же картина в городских поликлиниках остается прежней. Как только двери медучреждений открываются, читинцы уже начинают задавать популярный вопрос: кто последний в регистратуру? Анастасия Удовиченко, Вадим Светлаков, Анна Кулигина, ЗапТВ.